Криптовалюта Эфириум торгуется на уровне 174,28 и продолжает движение в рамках коррекции. Котировки ETH движутся выше верхней границы облака Ичимока Кинкоу Хио. Это указывает на наличие бычьей тенденции по Эфириум. В рамках прогноза курса Эфириум на 12 сентября 2019 года ожидается тест нижней границы облака Ичимока Кинкоу Хио вблизи уровня 172,55. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения роста ETH с целью выше уровня 195,5. ETH прогноз и курс Эфириум на 12 сентября 2019 года дополнительным сигналом в пользу роста криптовалюты выступит тест области поддержки. Вторым сигналом станет отскок от нижней границы восходящего канала. Ранее был получен сигнал средней силы для покупок криптовалюты Эфириум. Сигнал сформировался за счет пересечения сигнальных линий на уровне 168,5. Ближайшая область сопротивления располагается на уровне 185,50. Область поддержки ETH располагается на уровне 167,55. Отменой варианта роста. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.